В новогодние праздники электрички на московской железной дороге будут курсировать гораздо позже обычного расписания. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на пресс-службу МЖД. Расписание пригородных электропоездов московской железной дороги изменится в период с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года. Так, сразу на нескольких радиальных направлениях ряд ночных электричек, которые отправляются около полуночи, выйдут на маршруты позже обычного графика. На Казанском, Киевском и Курском направлениях появятся дополнительные пригородные поезда, в том числе экспрессы. В пятницу 29 декабря в рейс из Москвы выйдут две электрички в Калугу и в Тулу. В субботу и воскресенье 30 и 31 декабря с Казанского вокзала в 9:10 отправится электропоезд до станции Рязань-2. Кроме того, в понедельник 8 января два межобластных экспресса выполнят рейсы в Москву из Рязани и из Тулы. С полной информацией о расписании электричек можно ознакомиться на официальном сайте Московской железной дороги. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.